Я хочу вам показать еще продукты, которые заказала на вот этом вот сайте в Instagram, Irbibuy. Я у нее заказывала ампулы для волос, которые меня спасли. И сейчас вот, еще вот этот крема, который под глаза, тоже у нее заказываю. И сейчас вам покажу крем. Заказала для своей дочери, но сама тоже пользовалась утром, смотрела, как продукт ложится, что собой представляет. Здесь все написано на корейском и английских языках, ничего не понимаю. Но могу оставить вам ссылочку, вы прочитаете, если кто в Беларуси, можете посмотреть на этот сайт у Ирины. И это бальзам для губ, Honey бальзам I'm From. Он действительно медовый и аромат, и вот такое вот нанесение. Тут стекло. Так вот закрываете. Сколько здесь грамм? Я не помню. Уже. Тоже видите, все на корейском практически. Да, и все на корейском. Вот на английском. Можно прочитать. И я положила вот такой вот пробник от маски. Ой, от Хадат маска для волос. Я уже брала продукты Хадат, я с ними знакома. Это израильский бренд. Он очень мне нравится. Конечно, дорогой, падла, но он того стоит. У кого деньги позволяют, можете попробовать пару продуктов. Мне кажется, что на какие-то более дешевые вы не захотите переходить. Продукты, между прочим, рабочие. Все работают. Действительно, волосы напитанные, у меня же обесцвеченные. Сухие. Так, сколько здесь грамм? Я так и не посмотрела. Made in Korea вижу. И тут мне нужны очки, чтобы посмотреть. Я не вижу. А, может, здесь спереди написано, сколько грамм? 10. 10 грамм. Вот видите здесь. А здесь объем... Объем. Кстати, на этом сайте Ирина, она сама может вам порекомендовать, что купить 80 миллилитров вот этого крема. Мне всегда нравились такие тюбики, что они закрыты. В общем, смотрите вот на этом сайте Irbibuy в Instagram. Очень приветливая. И, кстати, вот паразит. Она сама эти все продукты тестит, она сама эти продукты отбирает. То есть эти продукты все проверены ею лично, самой. Не знаю, как я буду снимать. Хочу вам показать наш завтрак. Значит, вот этот чай, который мы нашли в интернете. Как он называется? Но я его тоже забыла. Сейчас будем мы мешать чаек. Он какой-то немножко даже еловым таким пахнет. Сейчас мы его много сюда. Вернее, мы его немного, а много нальем воды. Смотрите, какой он. Так. Дальше. У меня будет сегодня еще бутерброд. И вот с такими вялеными томатами. Стоят в холодильнике, думаю, что вам там пропадать. Так, что мне еще добавить? Это каркаде нет. Это тоже нет. Это японский чай. Нахока нам подарила этот чай. Боже, как вообще японцы умеют красиво вот запаковывать, упаковывать, как-то все накрывать у них. Все так как-то очень эстетично, красиво. Так, у меня здесь есть роза, но роза сюда, наверное, не подойдет. Я вообще ищу лаванду. У меня есть еще тут липа. Липа. Ой. О, жасмин. Так, жасмин. Так. Ну-ка, пойдем сюда. Ну-ка. Давай-ка мы тебя туда нажасминим. Так. Чуть-чуть мой носик. Что там у меня еще? Вот это я ищу. Это лаванда. Флорис лаванда. Это, конечно, обожаю аромат лаванды. Он
столько, наверное, на эту бадью хватит, потому что это очень ароматная. Ароматная трава. Боже, какая она ароматная. Так, ну и все. Увлекаться больше не буду. Все. Три компонента достаточно. Сейчас заварю. Чаек надо еще нашим маленьким сырулям насыпать. Вкусняшки. У меня здесь, смотрите, целая гора семок. Сейчас я покормлю еще маленьких сырулей. Они такие забавные. Дрочуны, правда. Есть боевые. Так. Они уже выели порцию, которую мы на ночь насыпаем. Так. И вот в течение дня прилетают и кушают. У нас такое настроение сейчас прекрасное, солнечное, прохладное. Я открыла здесь окошечко, чтобы проветрить. У меня там один лук пророс. Говорю, ну хорошо, расти. Кстати, вот вкусная ерунда. Вот это вкусная зараза. Но по весу не очень вкусная. Когда на весы становишься, я 75 килограмм. Все. 75. Вдохнула так, знаете, как будто ничего с этим поделать не можешь. Ну, все ты можешь. Так, все, назад. Остановлюсь, там чайник. Уже почти закипает. Все. У нас так дома ветер завывает, если только окно открываешь. Ой, этот какой вкусный цикорий. Вот этот. Французский, только французский берите, он очень вкусный. Сейчас тоже подорожал. Я его взяла на скидочке, а он, конечно, на скидке 3 рубля, а так 7 рублей. Бабах! Вот, а мы любители цикория. Надо поехать еще витаминов купить. Я сейчас выпью витамин С, могу аскорбиту выпить, но тут пока, думаю, не буду пить. Я себя хорошо чувствую. Катюша говорит, мам, допей вот эти витамины. Ей не подходят. Она себе, смотрите, в таком боксике, видите, сделала. Вот пьет витаминчики. Моя детка. Расторог, что можно для печени выпить. Антистрессик. Вот эти ей витамины нравятся. Вот эти витаминки она хорошо очень пьет. А е. Кожа, конечно, если не выпьет, вообще просто сразу. Оскуднела наша корзиночка. Сашка себе из Германии заказал витамин. Ну, а мы с Катюшей будем здесь заказывать. Потому что он не знает, что нам надо. Там моя тигуанинчик, мой любимый чаек. Вот он такой маленький. Люблю. Все, друзья. Утро у меня начинается. Надо быстро-быстро приготовить, а потом с мужем поедем в магазин. Надо купить ему пододеяльник. Пододеяльник, короче. Вы бы меня поняли. Вам хорошего дня. Хорошего, замечательного вашего дня. Только что с Катюшей вернулись и из киоска, где можно было бы перетянуть вот эти наперники. У нас подушек 5. Мы 3 с ней сейчас сходили, перетянули, потому что уже такие у меня страшные подушки были. Ужасно. Вот. Были наконец-то белые вот такого вот плана. Наперники. Дело в том, что эти подушки еще мне передала по наследству моя мама, а ей передала ее мама. И это из бабушкиных кур перо. Оно уже несколько раз мылось, сейчас тоже помытые, сейчас тоже почищенные.
Смотрите, какая красивая здесь. Вот таким вот золотистым отдает немножечко. Вот это вот наперничек. И вот мои. Они уже такие желтые. Это я покупала, знаете что? Просто обычная наволочка в блоките. Покупала для того, чтобы, ну, как-то, знаете, вот на эту наволочку надевала на подушку. И потом сверху еще одну наволочку. И вот получается, насколько они уже заношенные. Но я их только что постирала. Они сейчас здесь высохнут, потому что на улице у нас достаточно сыро. И после чего я буду одевать вот эти вот наволочки. Они тоже получаются такие уже как желтоватые. Хотя, не знаю. Когда моя мама стирала, она всегда в белье добавляла немножечко синьки, чтобы оно чуть-чуть было такое, знаете, синее. Ну, и мне такой желтоватый эффект тоже нравится. Хотя, мы вот дозаслали одеяло, вот посмотрите, хорошего такого вот. Простынь тоже хорошего. Может, просто, что этот идет более такой синевой, не знаю даже. Не могу объяснить. Ну, вот. Хочу сказать вам, по цене 23 рубля за подушку. Где-то 15-20 минут чистятся подушки. У меня размер 50 на 70. Бабушка же делала подушки, знаете, такие вот большие, большие-большие. И если взять их, поставить вот тут вот две, помещалось такие огромные две подушки. И мы вот с мужем несколько лет тому назад решили все-таки поменять. Решили, что нам такие большие не надо. И вот 50 на 70 как раз то, что надо. Потому что сейчас даже уже подушек нет таких огромных, больших, как были в советские времена. Но это перо бабушкиных кур. Так что вот, сходили. Сейчас еще покушаем и вновь пойдем. У нас много дел, ну, таких, знаете, девчачьих. То туда надо, то сюда надо. Так вот. Пойдем дальше працевать. У тебя 83. Какой-то непонятный был продукт, такой фрукт, он очень интересный, напоминаю что-то мак, свекла, какой-то еще фрукт, как он называется? Дракон. Драконий, да? Очень вкусный. Здесь еще курма сушеная. Такая вот. Очень вкусная. Потом это персик. Обалденный какой он вкусный. Это манго. Сушеная. Тоже очень вкусно. Ну, вот эти вот у нас такие. Это арахис в кокосе. Так, так, так. Это томаты. Я очень люблю эти томаты добавлять в пиццу и в пасту. Их немножко водички набухают они, вот эти томаты. И они прям становятся как настоящие, такие, знаете, помидорки. С кислинкой очень добавлять, очень люблю. Еще раз. Тыквенные семечки, вот такие. Очень хорошо для работы мозга,
И еще этими тыквенные семечки хорошо погонять глистов, если вдруг такие имеются. Они имеются у всех. Так, еще, смотрите, похвала. Это халва. Халва, боже, похвала. Вот такого вот плана. Она пахнет дыней и вот такого вот плана. Но это с кунжутом, какие-то, в общем, это орехи. Но очень интересного такого окраса. Прям какой-то вот соком виноградным мне пахнет. А это прям вот медово-цветочный какой-то пахнет. В общем, будем это мы дома уже пробовать. Кое-что мы попробовали по пути сюда, в Макдональдс бывший. Смотрите, турецкие купила вот такие шоколады. Подождите, сейчас я найду. Мне, конечно, надо очки, но я найду. Так, ну тут явно, вот, нет, это модель Уеа, Дубай. А что я подумала, что Турция, ну как-то на таком языке арабском написано. Там были турецкие. Написано глютен-фри, дарт шоколад, а то, что все горький или шоколад, я обожаю. Это финик, да, финик, представляете? Это просто, конечно, бомба. Так, хрустеку. Дальше, смотрите, какую штучку интересную купила, чтобы драить кастрюли. Шип вот туда вставляем, и можно будет драть, и я не буду вот эти ногти свои тогда калечить. В общем, будет так. Единственное, что может быть в уголках как-то не залезть. Но эффект мне сам по себе понравился, что это сменка. Можно будет менять. Так, Катюша купила себе вот это ромена. Да, у меня дочь любит вот это вот все дело. И купили еще вот такой вот ароматизатор. Айрон, это болгарский. Помните, когда-то вам рассказал, что я еще очень сильно люблю болгарские розы. Да, вот болгарские продукты мне нравятся. Так вот, диффузор. Я попробую этот Vanilla Black. Все, что немножко такое, знаете, более тяжеловатое, артиллерия, мне нравится. Ну и все. Так, трусы на место. Вот, а еще у меня есть. О! Сейчас я вытру. Сухостой сделали. Сейчас будем делать дома композицию. Елку убрали, все поубирали, и осталось доделать вот эту композицию. Все. Вот эти огоньки красивые. Пойдем домой. Дома меня ждут свиные ухи, и я приготовлю один потрясающий деликатес. В общем, рассказываю. Варите, потом охлаждаете, натираете их специями, с чесночком, с приправами и в духовку. Но предварительно можно их так вот порезать. И это, знаете, такой прям вот как семечки, такой деликатес. Вкусно. А Сашка у нас варит говяжий язык. В общем, у нас сегодня такой будет ужин. Смотрите, какая получилась красота на столе. Сюда можно еще какие-то такие, знаете, искусственные белые шарики. И вот постоит еще февраль, пока не наступит март месяц. Ну а там уже пойдут цветы радовать. И с этой стороны, где мойка, будет стоять вот такая вот композиция. Вот так. Мне кажется, будет достаточно еще по-зимнему мило. Не елочка, но композиция.